Всем привет! Сегодня у меня молодая прививка Night Runner расцвела. Молодая, потому что вот он вот такой вот маленький. Вот он. Молодой еще. Видите, просто в две ветки вырос. Как и, наверное, у всех он уже готов цвести. Это он только-только распускается. Вот только распускается. Поэтому он еще такой полузакрытый. Даже вот, в общем, он потом, когда распустится, у него вот эти вот все рюшки чуть-чуть выпрямятся. Он все равно будет рюшастый, он все равно будет прикольный, но рюшки у него потом выпрямятся, желтый немножко посветлеет, потому что вот практически все гибискусы со временем, допустим, даже к вечеру они светлеют. Когда только-только распускается, он яркий. Это как раз тот момент, когда удобно опылять. Для привлечения насекомых они вот такие яркие. Ну, а под вечер они уже тускнеют. Бутон тяжелый, поэтому не могу я его без поддержки, наверное, заснять. Столько я его положу, и тут цветок тоже так же упадет. У него обычно белая середина, а в этот раз она у него какая-то розовый, наверное, какой-то жемчужный такой розовенький, потому что, видите, даже вот середина такая. А так со стороны кажется с белой серединой. Я почему-то думала, что он дублем расцветет, но я больше чем уверена, что этот бутон раскроется завтра, потому что когда я выходила на работу, а вот этот бутон был как раз-таки вот именно вот такой вот. Поэтому, скорее всего, он распустится завтра. Обидно, досадно, но ладно. Очень надеялась, что будет два одновременно, но, увы. Ничего, так можно заснять. Кстати, вот так можно, да, без поддержки бутона. Просто он вниз смотрит, поэтому немножко неудобно. Ну, относительно вниз. Всем спасибо за внимание. Всем пока.